Привет, друзья! Вы смотрите самый байкерский канал про единоборство «Боевые ботаники». Сегодня мы на байк-файт, турнире среди бородатых, толстых мотоциклистов и не только. Сегодня вы увидите, как дерутся те люди, которые уже были в наших выпусках, ваши любимые и нелюбимые герои. А именно, Владимир Карпелло, тот самый победитель с кабарей и судья межштылевых поединков. На 40-е годы и воевать не умели. Ну вот, договорились не бороться, а сам бросает. Если я фактически начну бить, просто я тебя уроню, и все, понимаешь? Тренер должен быть примером. Это правда, функциональность, скоростные качества. Функциональность, скоростные, силовые показатели. Тренер, он есть тренер. Вот они, чтобы смотрели и говорили, тренер у нас выносливый. И Катя, практически моя воспитанница после всего того, что случилось между нами в спарринге по боксу. Мы ставим перед входом, мы ждем Алексея Лобанова. Кстати, 12-й год. А ты же, мы же вот это там сможем, да, все сделать с тобой? Подожди, прямо ты хочешь меня подставить, да, с этой штукой? Я, честно говоря, большинство боев просидел в уютной кабинке ресторана за 100 миллилитрами прекрасного голландского рома. Но зато я узнал много полезной информации. Катя будет сражаться с чемпионкой России. Но я думаю, что после меня Кате ничего не должно быть страшно. Hey!
Второй раунд. Итак, уважаемые дамы и господа, мы объявляем победителя восьмого боя. Им становится боец из синего угла Андрей Подсолов! Аплодисменты! Друзья, так быстро начинаются следующие бои, что мы не успели Вову поймать сразу после ринга. И все, и вот самая жара уже ушла, потому что он уже продумал свои ответы наверняка, уже знает, что будет говорить, да? Нет, на самом деле, я предлагал подраться сначала Шаманину. Да? Да. Он говорит, потом Донцу. Он говорит, я как бы, ну, уже не дерусь. Так. Вот, потом у Володи Тюрина был какой-то боец, чемпион мира по тайскому боксу. Но они не захотели, денег мало предложили здесь. Вот, и Андрюхе предложили, он тренер по тайскому боксу там по ПФСе, он новый пацан, я тоже его знаю неделю буквально, познакомились. Он говорит, давай побьемся. А это был лайт контакт, фулл контакт, семиконтакт? Это был К1. Ну а вы же там, по-моему, не в полную силу били. Самый провокационный канал про динамо. Ну не то чтобы гладили друг друга, но... Не знаю, раз ударил коленом, хруст челюсти был. В прыжке. Наверное. Вот это было красиво, кстати. У него сейчас болит, надо травму. Ну, такое ощущение, что как-то не добивали. Раз, и отскочил. Не думаю. В спорте, в профессиональном или в полупрофессиональном, все удары не должны быть сильные. Сильный удар надо прятать. Ты его прятал, видимо, до четвертого раунда, которого... Которого не было. Да. Я думал на пятый оставить, но не получилось. Где были сильные удары? Сильные где-то были. Или это просто твоя игровая манера, на самом деле? Нет, я пытался, наверное, ударить. Может, сил не хватило. Но ты был заряжен там на нокаут или нет? Нет, такой задачи не было. Отработать было хорошо, спокойно, просто себя немножко проверить. Потому что я буду планировать драться на чемпионат мира в Буэнос-Айресе будет, в Аргентине. По К1? К1, да. Вот Володя Тюрин будет готовить, наверное. Поэтому это такой был просто разминочный, проверить свои слабые стороны. Ты с судьями согласен с решением? Им виднее. А тебе важен формальный результат боя? Там, победил ты, он, ничья, это принципиально важно? Или в таком статусе такого матча не так важно бой? Это был вообще полупрофессиональный бой по классу Б. То есть мы были без щитков, была защита, только была бандаж и капа, перчатки. Для меня не было, наверное, сильно принципиально заряженного такого боя, что выиграть или умереть, нет. Мне нужно было отработать свое, я отработал. То есть отдали хорошо, значит, он лучше был всего. За что вы бились сегодня? Какие-то были блага? Я жду их. Я вот стою, меня ждут еще человек 40. Ты ждешь их всю свою карьеру, Вова. Я жду, что-то здесь уже есть, но я еще жду, что что-то придет. Спасибо вот, тебе большое. Молодец, было красиво. Старались. Екатеринбургская призовая клуб. Вот так клуб. Сердца. Иван Мала! Аня! Аня!
Но она чемпионка России. Синяя. Нормальная тема. Вот ужасный крик, все звучало в ушах моих, но я задачу уже. Что же я делаю? О, хорошо. Да, давай! Да, Катя, давай! А, давай! Да! Спасибо, Жека, спасибо. Правда, что-то девушка какая-то чемпионка России была? Была. Ну, что-то было такое. В сборной России она точно была там каким-то призером. Я особо не интересовалась, ты же знаешь, что мне все равно. Как в процессе боя? Ты чувствовал, что ты выигрываешь или на равных? Нет, я все время чувствовал, что я в приоритете, в любом случае. Потому что, ну, я не знаю, я чувствовала, как ее вело на самом деле от ударов, как ей было тяжело. Просто она вязалась, пока у меня было много сил. А потом уже в третьем раунде как бы увязаться начала я парочку раз. Мне было, понравилось. Было такое ощущение, что вот когда уже несколько раз попало, надо было добивать, а сил уже не было. Я рассчитывала примерно, ну, по количеству на все, но когда надо было добить, я упускала моменты. Это было такое, да, когда надо было прям вот сделать рывок как раз таки и сделать конкретно. Ты байкер? Нет. Когда ты прокачешь меня на мотоцикле? Когда я приобрету себе мотоцикл, я тебя обязательно прокачу. Обещаешь? Обещаю. Все, спасибо большое. Занимайтесь спортом. Бандит, привет. Ну вот, друзья, закончилось мероприятие. Я доволен, по крайней мере, двумя боями, ради которых мы сюда, собственно, пришли. Боем Вовы Карпелло и Кати. Оба боя были равными, конкурентными. Я не буду говорить вот этими штампами. Ребята старались, поле ровное, мяч круглый, погода внесла свои коррективы, бойцы молодцы. Нет. Мне понравился бой Кати больше, чем бой Вовы, потому что, на мой взгляд, когда
К1, там должно быть как-то больше крови, локти, колени, ноги. По крайней мере, я думаю, те наши так называемые специалисты, которые думали, что Вова там проиграл бы Скобарю, сейчас заткнутся и поймут, что есть спортсмен достаточно высокого уровня, который в конкурентном бою проиграл по очкам, но какие Скобари, о чем вы? А Катю, да, я хорошо натренировал, и у Кати в боксе большое будущее. А что вы думаете об этих боях, друзья? Напишите подробно, как вы считаете, справедливо ли проиграл Карпелло по очкам? Справедливо ли выиграла по очкам Катя? Ваше мнение мне, как всегда, очень интересно, друзья. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и подписывайтесь на наш Инстаграм. Поздравляю! Спасибо, Жека, спасибо. В процессе боя ты чувствовал, что выигрываешь или на равных? Нет, я все время чувствовал, что я в приоритете, в любом случае. Когда ты прокачишь меня на мотоцикле? Когда я приобрету себе мотоцикл, я тебя обязательно прокачу. Если вы любите единоборство и боевые искусства, подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Советую вам посмотреть и другие наши видео. В описании этого ролика на YouTube вы найдете ссылки на лучшие плейлисты боевых ботаников и другую полезную информацию. А эксклюзивные кадры со съемок и закулисная жизнь ведущих канала только в нашем Инстаграме.